В Йемене произошел теракт, погибли 7 военнослужащих. Повстанцы хуситы совершили нападение во время праздничного намаза. На востоке Йемена в провинции Мариб произошел теракт, погибли 7 военнослужащих, еще 11 получили ранения, сообщает Анадолу со ссылкой на военные источники. Согласно сообщению, теракт совершили повстанцы хуситы в районе Сарвах в Марибе во время праздничного намаза. Хуситы считают Сарвах одним из важных звеньев в обороне столицы Саны и поэтому держат под своим контролем большую часть прилегающих к району территорий, говорится в сообщении. Напомним, в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения Ансаруллах и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салиха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади. С сентября 2014 года хуситы контролируют в Йемене некоторые районы, в том числе и столицу Сану. Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, с марта 2015 года оказывает поддержку правительственным силам в борьбе с хуситами. Накануне сообщалось, что авиация возглавляемой Саудовской Аравией и арабской коалиции нанесла удар по КПП хуситов недалеко от столицы Йемена Саны. В результате авиаудара погибли не менее 5 гражданских. Как сообщал корреспондент Нет, ранее Йемен обвинил Иран в разжигании гражданской войны. Об этом заявил министр иностранных дел Йемена Абдул-Малик Аль-Михлафи. При взрыве смертников в Йемене погибли 30 военных. По материалам сайта news.com.